Привет. Я хочу рассказать, где взять как сделать скафандр, точнее. По игре вы найдете схему, точнее печать скафандра. В принципе, пропустить его, наверное, нельзя. Где он? Найдешь еще, ладно. Здесь покажу проще. Вот. Ну вот, например, шлем скафандра. Но для этого шлема нужен еще шлем сломанного скафандра. Вот печать на скафандр вы нашли, а сломанного скафандра у вас нет. Я искал, искал. Еле нашел. Показываю, где он. Короче, это надо вернуться в самую начальную локацию. Кстати. Вау. Этот хрен уже в скафандре сидит. Ну, он, наверное, сидит в скафандре, потому что я его сделал. Раньше он без скафандра сидел. Прикольно. В общем, нужно переместиться вот сюда. Посольство, великие залы. Вот. Эмбасси, великие залы. И дальше надо вернуться назад чуть-чуть. Здесь на пути два чудика. Перестань. Так, сейчас вспомню только в какую сторону. Подох, что ли? Хватит махать клюшкой, господи. В этой игре он машет клюшкой, как сумасшедший. Короче, вот ориентир это вот этот шорткат, который вы откроете. Понятно, да? Ну вот если туда спрыгнуть, там он разлом. А, ну вот, и вот с этого места скафандр лежит вон там, над головой, за стеклом. Его видно, но так как я его собрал, его не, там уже нет. А пройти к нему можно вот так. То вот так выходите, и вот в этом месте есть секретная вот эта вот дверь, которая, естественно, закрыта. Но нужно подойти вот так и потыкать, поспамить R, или что у вас там открывает дверь. Все, дверь откроется, ну и дальше побежите сами. Я дальше не буду показывать. Там не только скафандр, там еще кое-что есть. И чтобы забрать это кое-что, вам понадобится вот такой вот ключ BIN. Ключ с логотипом банка или нового хранилища, что он открывает, должен находиться где-то в посольстве. Эмбасси, это как раз и есть посольство. Вот, и там вы заберете скафандр, который пригодится. Весь не буду надевать, вот верхнюю часть надену, который пригодится. Ну, то есть вы его сломанный соберете, потом пойдете в куда-нибудь скрафтите его полностью, и будет вам счастье.
Кстати говоря, если убрать из второй руки, чтобы вообще ничего не было, ну, то есть пусто было, вот видите, у меня левая рука пустая, то атака щитом, ну, то есть превращается у каждого оружия в свою атаку. Допустим, вот у топора она превращается в такой толчок. Если я возьму, например, обычный меч, то это будет двуручный удар вот такой. Если, например, большой меч, то это будет пинок, от которого все падают. Ну, вы видели, наверное, вот этого убивал. То есть, если его толкнуть, он упадет. Только он у меня почему-то два раза толкает. Если я выделю противника. Вот если нету никого один раз, то нет, все нормально. А если я выделяю, начинаю с кем-то биться, он у меня почему-то два раза пинается. Дурачок какой-то. Непонятный. Вот. Что еще хотел показать из интересного. Чем мне вот такую вот хреноту дали. Чем она, интересно, без щита делает. Бэм. Бэм. Хватит. Непонятная хрена-то. Ну, больно бьет вообще-то. Наверное. Я ее так серьезно-то и не тестил. Ну-ка. Пойду кому-нибудь. Пойду кого-нибудь огрею. А где они все? Эту хренату, знаете, кто дает? Блин, а как я это объясню? Короче, есть непись один. Сначала сначала он сидит в... Называется-то. Ну, типа... Сейчас соображу. Ну, какая-то бестолковая. По фану, конечно, нормально, но... Ну, промазала. Короче, вы найдете вот такую вот... не помню, как называется, вы уж меня извините. Вот, сосуд разума. Вот сначала неизвестный найдете, потом сосуд разума АС. Ну или АС, не знаю. И вот в локации Аркология, по-моему, там есть аппарат такой, вы туда вот этот сосуд разума помещаете, говорите до... Все диалоги, короче, слушаете. До упора говорите, пока не пропадет персонаж оттуда. А потом вы этого персонажа... ну вот первого я не понял, где искать. А вот второй появится... в Альма-Матер. И вот там вот... В Альма-Матер поднимаетесь по лестнице, по длинной-длинной лестнице. И если его не убивать, а попробовать с ним поразговаривать, то потом ему можно кое-что принести. Какую-то хрень мне дали, как убей, не помню, как она называется, после какого-то босса выпало. И вот я принес туда, и мне дали вот это вот. А, не, вру, нету, я все напутал. Тот мне дал вот эту вот фигню, которая у меня, во-первых, не отображается на иконке, а во-вторых, анимации у нее мега-глючные. Я не знаю, с чем это связано.
Ну это, короче, фигня такая. В общем, она жутко забагованная почему-то. Во-первых, на ней не написано статы все забагованные. 120, 120, 120, 120. Во-вторых, у нее анимации нифига нет. Я не знаю, это может быть причина в моей версии игры. А может быть, разрабы поленились сделать. В общем, ничего не понятно. Но тоже прикольная штука. Ее тоже дают за какую-то фиговину. Ладно, я разболтался, короче, все, давай, пока.